И здесь я хотел бы обратиться к так называемой политической, военной, экономической элите Российской Федерации. Уважаемые, неуважаемые, как хотите, господа, так называемая элита, вы 20 лет убивали, вы 20 лет крали, вы 20 лет занимались коррупцией, унижали, сажали в тюрьмы, вы извращались, вы прогинали сами, вы унижали и унижали сами. Ради чего? Ради того, чтобы достичь тех карьерных высот, которые вы достигли в политике, в бизнесе, в России. И в первую очередь ради того, чтобы обеспечить будущее своим детям и своим внукам, чтобы они жили, имели свободу передвижения по всему миру, имели возможность получить великолепное образование, имели карьерные перспективы, они не были всем обеспечены. Более того, чтобы они могли спокойно жить. И есть три гниды: Патрушев, Путин, Медведев, которые у вас, не у вас даже, а у ваших детей и внуков, эти все свободы, это право на жизнь, на будущее хотят забрать. Так я-то вот прошу, не ради себя. Я понимаю, что в этом возрасте 60-70 лет, 60-70 лет, а ради детей и внуков, чтобы они имели свое будущее. В конце концов, они имели возможность жить так, как хотят. Пристрелите этих трех гнид. Дайте возможность своим детям и внукам жить.